Доброе утро! Сегодня ловим сазана. Показали место, где должен быть. Закинули. Стоим, ждем. Должен клюнуть. Вон Виталий готовится. Подготавливается. Все ждет, ждет сазана своего. Никак не может поймать. Надеюсь, сегодня ему улыбнется удача. Ветер какой-то сильный поднялся, нехороший, северный. Но надеюсь, он нам не помешает. Друзья, первая поклевка. Поймали вот такого подлещика небольшого. Ну, клюет как... Как будто карп килограмм на 5. Удочка чуть не улетела. Вот чем занимаются рыболовы, когда ловят рыбу. Слепили какую-то кошку с улиткой. Как назвать-то? Скульпторы, скульпторы из песка. Поклевка, поклевка. Пусто. Пусто. Ай, блин, это у меня упало. Светлячок, цепочка порвалась. Поклевка. Ну, по-моему, опять что-то мелкое. Что-то Виталий опять мелкое зацепил. Ага. Опять супер подлещик. Ага. Этот еще меньше. Тот, можно сказать, практически зачетный был. А этот... Вот такой вот малыш. Сазаны пока что-то у нас не идут. Отправляйся дальше расти. Виталий, наверное, зацепил тоже макролеща. Вот он. Вот он идет. Вот он, подсак, наверное, нужен. Подсак, подсак. О, сак, нифига, сак, красноперка. О, блин, вот нифига. Это зачетная вещь. Круто. Да. Хорошенькая, хорошенькая. Надо ее забрать. Бате, да, показать? Да. Зачетная красноперка у Виталия. 270 грамм. Класс, трофей взят. Вот это был удар. Чуть удочку не унесло. Ну, что-то там есть. О, Виталь. Че, неужели я взял своего первого? Сейчас, подожди, мы его. Да подожди, не бери. Сазан, дай. Да не бери, подожди. Дай хоть его поснимаю, как он ходит. О, это мой первый, я сазанов еще не ловил. Вот это удар был. Вот и сазанчик подошел. Да, удар сазана. Знаешь, вот такие моменты, думаешь, надо все-таки включать байтранер. Ну-ка, иди сюда. Ава. Вот такой небольшой сазанчик. Сколько, наверное? Грамм 600? Примерно. Ой, хорош. Первый. Нет. Виталий там тащит, тащит. Никак вытащить не может. Опять? О-о-о! Смотри, какая. Тебе прям си... Ты сегодня, ну-ка, дай-ка мне ее в руки.
Блин, вот это вообще тоже прям зачетная, ой, бойкая. Виталий сегодня по красноперкам мастер. Ребята, это рекордная красноперка, 320 грамм. Вообще, у нас такую, наверное, фиг где найдешь. Виталий, молодец. Вот только что карасик буфало небольшой был взят. Сейчас мы его отцепим и отправим обратно расти. Вместе с карасем поймал какой-то он ржавый крючок еще. Плетенка толстая, карабин. А смотри, он с этой стороны засекся-то. Даже не изнутри, а снаружи. Виталий мне бы дал деревянную кукурузу. Они и деревянную сжирают. Иди, плыви. Расти, малыш. Давай, что, Виталий? Я думаю, на полкило теперь красноперка после 320 грамм дергается. Сошло. О, Виталий, какого подлеца. Красавчик. Ну, это грамм 300-400. Да, хорош. Забыл. Военный вертолет. Решилась беда, весь день снимали, как ловим сазана, а в итоге почему-то навернулась камера. Все, Виталий виноват, не поймал сазана, поэтому и камера не работает. Поэтому остался только, можно показать улов, какой у нас вышел. Где он там? Поймано пару достойных красноперок, один сазанчик, несколько буфал, сазанище, где он тут, сазанище. Вот что-то типа того. Ну, надеюсь, с камеры ничего серьезного, с флешки вытащим информацию, будет все видно. Сергей у нас поймал чего-то. Вон он. О, первый сазанчик. Виталя. Да и так вроде вытащил. Нормально. Где он? О, у нас есть явный фаворит. Поклевка. Серега тащит Виталя у нас на подсаке. Поближе, поближе. О, звук фракциона. У нас мастер-класс от Сергея сегодня по сазан-фишингу. Сука, блядь. О, правильно, покрасуйте его. Виталий, не будь тебе снайпером. Есть. Видишь, как аккуратно. Ну-ка, давайте мне его в кадр. Этого красавца. О!
Ну это уже, наверное. Надо взвесить. Клевочка. Где сазанчик у нас? Это что-то. Судак на кукурузу. Зачетный судак. Распушился. Полторашка. Обалдеть можно. Сергей, поздравляю. Вот она, щука на 3. Судак на 2 килограмма. Красавцы. Трофеи взяты, блин. Под руководством опытного егеря Александра. Вон вдалеке верблюд пришел на водопой. Зоопарк, блин, а не река. Виталя что-то там ждет. Что, клевало? О. Ну давай, давай, давай. Я прям как чувствовал, что надо снимать. Я-то только за. Не торопись только. Потихонечку. О чем? Подматываешь, нет? Ты аккуратно, аккуратно. Чуть-чуть подмотай. Подтянул, подмотай. Только это, не форсируй. Сегодня Виталий в ударе, по сазанам пошелся. Но вот это уже чувствую, как минимум двушка, а то и трешка. Как считаешь, дергается хоть? Зацеп, что ли? Или он где у тебя ходил? Он у тебя ходил или нет? Зацепил, что ли? Ну, я уже думал, ты поймал. Фальстарт оказался. Я уже думал. А, дергается? Уверен, что дергается? Подержи телефон. На съемку, да, я попробую. Сейчас скажу. О. Там был? Оторвал. Это зацеп был. Какая пизда? Какая-то коряга, блядь. Прям чувствовалось, блядь, что вот. Пизда всему, да? Кормушек, что ли? Это какая-то коряга там. Оборвался этот. Вот эта хуйня. На кормушке поебень, блядь. Так нормально, блядь. Китай, блин. Да. Ладно, блин. Пускай. Сука. Ну вот и подошла к концу наша рыбалка на Ахтубе. Она получилась неоднозначная. Камера сломалась. Удочка сломалась. Все самое интересное не удалось запечатлеть. Но ничего, приедем домой, разберемся, сделаем. И будем продолжать снимать. Ахтуба. Посередине моста. Купаются, да. Купаются. Красота. Мы разыграем второй шикарный кроссовер Suzuki.